выявлена вот группа таких проблем. Первая группа – это те компании, которым мы поможем, это пострадавшие в ходе беспорядков. Кроме восстановления ущерба из специального фонда при Акимате, мы выдадим им кредиты напрямую из фонда ДОМУ под 0% годовых сроком до 12 месяцев с льготным периодом, для того, чтобы можно было вовремя отдать, значит, до 5 миллионов тенге без залогового обеспечения. Это даст им возможность возобновить свою финансово-хозяйственную деятельность и начать зарабатывать. Вторая группа проблем была связана с тем, что у многих действующих предпринимателей есть займы, которые они получали в банках второго уровня, от 17% годовых до 19%. Мы планируем сейчас выделить специальные ресурсы для Жанаузеня, продолжить эту программу, которую мы уже проводили в Жанаузене. Мы освоили за последние 2 года порядка 300 миллионов тенге, но это были кредиты, которые были выданы на новые цели. Ну, например, индивидуальный предприниматель Жолымбетов. Там было строительство и реконструкция медицинского центра. Мы выдали ресурсы по своей программе Жанаузень под 10% годовых. Значит, помогли ему с гарантией, дали ему гарантию для того, чтобы он займ получил. И сейчас вместе с субсидиями фактически предприниматели оплачивают порядка 4% годовых. Такую же схему мы хотим применить для действующих предпринимателей Жанаузеня, рефинансировать их займы с 17 до 10. Они сразу почувствуют, как снизилась их долговая нагрузка. А потом уже инструмент субсидирования позволит им сделать ее еще дешевле. В целом, конечно, будет очень много инструментов для новых бизнес-инициатив. Это тоже наши гарантии, возможность субсидирования. Но я думаю, что здесь вопрос не столько в ресурсах, сколько в том, чтобы сейчас очень возобновить свою деятельность, начать снова работать. Поэтому мы начнем проводить различного рода курсы, в том числе курсы «Бизнес-советник», краткосрочное обучение. В этом году предпринимателям дадим возможность пройти обучение в Назарбаев университете, в проекте «Деловые связи», зарубежные стажировки. И центр наш развития предпринимательства будет работать в постоянном режиме с 9 утра до 7 вечера и давать все консультации по всем вопросам, которые возникают у предпринимателей. На базе нашего центра мы соберем наиболее активных предпринимателей и создадим региональную ассоциацию, такой деловой клуб предпринимателей Жанаузеня, которые будут помогать друг другу решать все возникающие проблемы. Потому что на самом деле бизнес-климат в Жанаузене – это прежде всего будет дело рук и дело духа самих жанаузенцев.